Что за вопрос? Мам, можно спросить? Да, что такое, сынок? Это ведь ты меня родила? Что за вопрос? Конечно, я. И брата тоже ты родила? Да, тоже я. И папу ты родила? Нет, сынок, папу родила его мама. Тогда зачем мы его держим в нашем доме? Он ведь нам чужой. Что смешного, придурок? Пожарить или сварить? А куда это все встали? Звонок для учителя. Ну, раз так, вы тогда выйдите, а мы тут пока посидим, отдохнем. Ошкин, покажи свою домашнюю работу. Так она дома. В смысле она дома? Логично. Ну, она ж домашняя. А почему у всех ответы одинаковые? А потому что у всех вопросы одинаковые. Логично. Так, сегодня родительское собрание, все родители должны присутствовать. Так вы же говорили, что вы наша вторая мама, так вот и идите сами на... Вот это они утюку забайтили. Собрание. Я случайно зашел в кабинет к первоклассникам. Здравствуйте, мне сказали отнести журнал вот. Это же старшеклассник. Ну да, а ты знала, что мы с ним встречаемся? Да ну нафиг, я не верю, а мне пофиг. Вы что, реально встречаетесь? Ну да, мы с ним встречаемся. Что, чё? Где мы встречались? В моем сне. Я его зову сладким пирожочком. Мой сладкий пирожочек. Еще мы вчера в кинотеатр сходили, посмотрели «Машу и медведь». Мы что, знакомы? Меня зовут Любовь всей твоей жизни. Очень приятно. Любовь всей моей жизни. Ты когда-нибудь получала шапалах со скоростью света? Нет.